Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Белозеров, а вот это у нас Blitzwolf. Если не знали такую компанию, на канале есть достаточно роликов, да и в принципе компания эта представлена, можно сказать, эксклюзивно в магазине Banggood. Все дело в том, что 11.11 будет происходить распродажа, а также это видео у нас является, так сказать, конкурсным, если я все правильно понял, от китайцев сложно что-то добиться. В общем, смотрите, я выпускаю этот ролик. Он хорошо себя здесь чувствует, все, приходит 11.11, будет голосование, и вы, подписчики, я в каком-то отдельном видео скажу, что вот надо проголосовать за этот ролик, мы голосуем и получаем определенное количество подарков в зависимости от того, какое место мы займем. Я хочу сказать сразу, что в прошлом таком подобном видео мы заняли 5-е место и выиграли $400, и эти $400 разделили на всех голосовавших, которые принимали участие в опросе, то есть мы победили, шансы есть, возможно, и в этом видео что-то действительно выиграем. Призов там огромное количество, бюджет там $300 000 Banggood заложил, и в принципе по прошлому конкурсу, если все было честно, то возможно и в этом мы что-то все-таки с вами выиграем. Получается так, снимаю это видео, выпускаю его, а потом, когда говорят, что вот голосование открыто, я бросаю вам эту ссылку или говорю аннотацию, или где-то, в общем, вы об этом узнаете в сообществе, где-то или в сообщениях, и тогда уже будем голосовать и возможно действительно что-то выиграем. Сейчас посмотрим на эту караоке станцию я уже протестировал, хочу сказать, вещь весьма интересная, в общем, кратко, и давайте затестим, поехали. Колонка, ребят, представляет собой чемоданчик с ручкой. Мне больше похоже на гитарный комбик. Пластик прочный, выглядит неплохо, и в целом вес 2,5 килограмма. Корпус, друзья, у колонки действительно прочный, она вся такая массивная. В принципе-то и ничего не скрипит, не люфтит, даже могу встать на нее без проблем, почти без проблем, и ничего не сломается. Вот стою двумя ногами, все отлично, все хорошо. Снизу есть резиновые ножки, и также есть предположение, что вот таким вот образом можно эту колонку слушать. То есть с той стороны, с задней части, также 4, раз, два, три, четыре, пять даже упоров, без резины, но тем не менее... Вдруг вам и так нужно будет слушать. Вот таким образом все это выглядит. Корпус прочный, все хорошо. В комплекте пульт дистанционного управления, ремень для возможности ношения через плечо, тоже в некоторых случаях будет удобно, микрофон, USB кабель со штекером для зарядки встроенного аккумулятора. И давайте по характеристикам. Мощность 20 Вт, аккумулятор на 4500 мАч, время работы 5 часов, время зарядки батареи 4 часа, Bluetooth с версии 4.1, есть режим караоке. На лицевой части металлическая сетка, за которой прячется два динамика и пассивный излучатель. По центру лого Blitzwolf, справа звуковой светодиодный спектр и чуть выше него дисплей. С задней стороны кнопка включения, а с верхней расположены органы управления и порты. Это джек под микрофон, зарядка 3,5 мм, USB, microSD. Регуляторами настраивается звук микрофона, реверберация, эхо, низкие частоты, высокие, собственно, и мощность звука. Кнопками выбираем источники звука, управление треками, возможность записывать на флешку ваше пение, ваше творчество, выбрать папку и включить или отключить индикацию звукового спектра на передней части. В целом конструкция в разобранном состоянии выглядит вот таким вот образом, представлена в магазине. Микрофон здесь, ребят, бюджетный, но для домашнего творчества, так сказать, хватит с головой. Питается от двух батарей формата 3А. Запускаем, и сразу говорю, несмотря на то, что колонка всего-то 20 Вт, да, как бы маловато, звучит она очень громко. Динамик все-таки здесь побольше, чем в обычных портативных колонках. Плюс есть возможность настраивать бас. На дисплее отображается выбранный источник звука и уровень заряда аккумулятора. Это тоже удобно всегда контролировать, сколько там осталось у вас емкости. В зависимости от того, как мы наваливаем громкости, в такт музыки мигает звуковой спектр. Не так скучно, и в простое он еще работает по заданной схеме. Через камеру, понятное дело, что звук я вам не передам, но так, для понимания, как звучит и как работает микрофон, можете немножко вот это видео посмотреть, оцените. Ну что, ребят, давайте слушать звук. Микрофон оставил вот там, далеко возле камеры, чтобы хоть как-то вам объем этот показать, который выдает эта колонка, собственно говоря. Сейчас там что-нибудь поварнякаем в микрофон, да, петь я вам тут караоке не буду, вообще далеко-далеко не певец, но если вы там хотите поэкспериментировать дома, и вас никто не будет видеть, можете, пожалуйста. Включу какой-нибудь трек, который без авторских прав, так как пишут, Игорь, что ты слушаешь. Да вот слушаю то, что без авторских прав, что можно на YouTube. Если у вас есть хорошие треки собственного производства, можете присылать. Ну это, давайте, сколько сейчас, 10% громкости, навалим так, процентов 90. 1, 2, 3, 4, 5. И включаем микрофон. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так, в общем-то, слышимость микрофона. В
можно добавить эхо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И поехали. В общем, вот такой вот звук у нас получается. Можно что-то петь, можно микрофон еще громче добавить. Можно убрать музыку, регулировать, собственно говоря, как вам будет нужно. Если что-то из этого услышали, ставьте лайк. Не знаю, возможно, я сам себя слышу, а вы нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Песня еще та, конечно, хорошая, но я думаю, что приблизительно эхо вы слышите. Вот так вот без эхо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Поехали. Максимальная громкость. Ну что ж, звучит неплохо, действительно громко, даже в таком помещении 20 квадратных метров, все хорошо слышно, я надеюсь, что вы также слышали и, возможно, зацените в целом компанию Blitzwolf по ссылкам в описании. Ну что, ребят, будете петь караоке дома? Я думаю, что вещь весьма неплохая получилась, компактная, звучит тоже хорошо. В общем, ваши комментарии с удовольствием почитаю. Смотрите, есть много входов, есть подсветочка, динамик большой, сетка, микрофон, комплект, в общем, весь есть. Самая интересная цена, по-моему, сейчас $69. На старте продаж там было 78, 79 и так далее. Работает большой аккумулятор, звук достаточно мощный для 20 Вт, да, здесь динамик чуть побольше. Ну и самое главное, что если мы все правильно сделали, то есть это видео выпустил, отдал китайцам, показал, они посмотрели, тогда они мне предоставляют ссылку для голосования в течение какого-то времени до 11.11, то есть мы будем голосовать, я вам об этой ссылке сообщу где-то в сообществе, в сообщениях, возможно, в следующем каком-то ролике отдельным блоком сделаю то, что где нужно проголосовать и что нужно сделать. И тогда мы получим подарки, то есть там больше подарков для вас, ребят, подписчиков, поэтому мне хотелось бы, чтобы и вы получали какие-то действительно подарки, пока китайцы щедрые, пока у них есть такая возможность. В прошлый раз мы победили, то есть все было честно, я убедился в этом, поэтому, возможно, и в этот раз что-то действительно у нас с вами получится. Шансы есть. Если нет, ну что, хорошо, сложного там ничего нет, от вас, собственно, ничего не требуется, кроме того, что там зайти проголосовать. Канал Белозеров, Blitzwolf. Ждем распродажи, будет много всего интересного, марафон скидок, купонов, также будет много интересных моих роликов. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете. Всем спасибо за внимание, увидимся, ребят, очень скоро.